В очередной 24-й серии сериала «Рая знает все» Рая снова жалует подругам на ночные кошмары. Подруги советуют ей обратиться к психологу. Тем временем в город с гастролями приезжает областной драматический театр. Рая вызывается помочь с прическами. Но во время репетиции один из актеров по-настоящему стреляет в своего оппонента. Рая пытается выяснить отношения с Костюком и решить проблему приватизации квартиры. После очередной ссоры Рая решает зайти к соседке и обнаруживает, что ее ограбили. Забыв о конфликте и недопонимании, Костюков и Рая включаются в данное расследование.